Апрель – месяц субботников. В Химках каждый день ведут работы по уборке городских улиц. Сегодня коммунальщики приводят в порядок уличное освещение, моют столбы и фонари на Пролетарской, Московской и Маяковской. За смену бригада очищает около полусотни опор освещения. До конца месяца городские службы отмоют 8 тысяч фонарей. Должностные обязанности нашего участка входят не только в содержание городских сетей уличного освещения, но и также придание эстетическому виду опор. Вот как, например, сейчас на улице Пролетарской дежурная смена участка уличного освещения. Мы проводим работы по чистке опор от объявлений, промывкой шампунью, и в дальнейшем будет осуществлена покраска. Также приводят в порядок и дороги в округе. Моют остановки, ограждения, тротуары, дорожные знаки. Уже убраны центральные улицы Химок. В распоряжении коммунальщиков около 20 единиц спецтехники, в том числе вакуумный пылесос. После дорожные службы проведут ремонт плитки и асфальта. Всего же к летнему сезону отмоют около 900 тысяч квадратных метров проезжей части и городских площадей.